Здравствуйте! Вы смотрите новости финансовых рынков, подготовленные для вас компанией Инстафорекс. С вами я, Екатерина Недачина. Несмотря на то, что нефтедобывающие страны, входящие в ОПЕК и не входящие в состав картеля, до сих пор не согласовали все детали предстоящей встречи, цены на нефть уверенно удерживаются на максимальных значениях. Сама вероятность и готовность обсуждать вопрос заморозки добычи энергоресурса позитивно отражается на котировках. График цен на североморскую нефтяную смесь марки Brent завершает торговую неделю в зоне выше уровня в $37 за баррель. Восходящий тренд укрепляется и на фоне свидетельства сокращения добычи нефти в Соединенных Штатах до минимального объема с ноября 2014 года. Сегодня рынки ждут информацию от экспертов Baker Hughes. В отчете рынки ожидают факта снижения числа работающих буровых установок. Кроме того, позитивный отчет по занятости в США также может стать драйвером роста цен на нефть в качестве сигнала о том, что американская экономика находится во вполне устойчивом состоянии. Стабильный рост цен на нефть отражается и на устойчивости сырьевых валют. Так, российский рубль остается на максимальных уровнях с поддержкой цен на углеводород. Сегодня котировка USD/RUB на некоторое время опускалась ниже уровня в 73 рубля за доллар. Очевидно, что на выходные рубль уйдет приблизительно на этих уровнях. Изменить настроение не сможет даже отчет по инфляции в Российской Федерации, который будет предоставлен сегодня. Будьте в курсе новостей вместе с компанией Инстафорекс, и мы желаем вам приятных выходных.